Владимировна, я считаю, что это как бы, ну, как я могу не отвлекаться, если это мое родное вообще дело. Уж все мы друг друга знаем, все мы столько раз вместе участвовали, все как бы один коллектив. И поэтому, тем более, такое мероприятие, общая выставка, это событие для Протвинова. И я всегда рада участвовать, говорю, на одной работе, но ну, у меня работа сейчас еще есть. Руси еще не привезла с персональной выставки. Ну, я хочу пожелать всем художникам, зрителям, очень хорошо встретить Новый год и всем благ, чтобы эта выставка всегда была у нас традицией. Да. 16 лет! 16, да, лет? 16, мы считали, да, не могли посчитать. 16 лет, это уже традиция. Да. И спасибо Владимиру. Традиции, которые Надежда в свое время заложила, вы продолжаете, а художники, так сказать, поддерживают. Да. Спасибо. Вы знаете, что очень приятно, что, допустим,